Вот вошел в это здание, даже не знаю, что за здание. Но очень интересное. Явно древнее. Где информацию искать, пока не знаю. И здесь, что мы видим, вот улица, люди ходят. И вот такой вот спуск. Ну, вроде как бы так строили, наверное. А там внизу какой-то ресторан.
Ну просто сколько здесь? 4-5 метра глубина. Потрясающе. Праздник немного затрудняет съемки. Потрясающее здание. Явно какая-то администрация. Вижу решетка, явно там огромное окно внизу. И если предположить, что эти двери огромные были еще ниже, то это очень интересно. Орнундзамт, вижу, у сотрудников написано на спине. Вон они пошли штрафы выписывать. В общем, все как везде. Забрали самые красивые здания под администрацией. Сейчас подойду, окно гляну. Ну, шикарное здание. Нечего сказать. Даже не сомневаюсь, что там окно. Здесь круглое, огромное окно. Так, рабочее время. Название полностью. Ну, кто бы сомневался. Глубина так близка к 2 метрам. Очень прикольно. Здание сбоку.
Ну вот здесь цивилизация уже пристроила современное здание. Для сравнения можно вот так снять. Отлично видно. Вот эта цивилизация развитая построила. А вот это вот когда-то не очень образованные люди достроили. Ну вот, я у той был, теперь прошел немножко вперед. Здесь еще мы наблюдаем. Ну, в общем-то, двери заложенные, как везде. Вернее, тут закрытые. Здесь заложенные. Меня вот все как-то смущает, что ж они во всех городах так на таком маленьком участке такие огромные. Кто-то скажет, наверное, да блин, поселение было небольшое. Но если небольшое поселение, то как они такие огромные церкви строили? В общем, вопросов постоянно прибавляется. Ну вот там даже арка чуть ли не под землей проглядывается. Что-то тут перекрыли. Там где-то, наверное, что-то ремонтируют. Ну, вроде видно. Вот она по центру внизу. Ну ладно, пройдусь еще вокруг них. Посмотрю, что тут интересного можно увидеть. А сегодня выходной, решил пройти, уже мягкую землю наступил. Накопали. Ну вот так она отчетливо просматривается. Закрытые двери, там сверху, по-моему. Где-то можно заглянуть, сейчас обойду, посмотрю. И тут вот окно такое. Никуда. Сюда хочется заглянуть. Сейчас попробую. Вот сюда я хотел заглянуть. Вижу, что не получится. Вот эти окна. Там я вот вижу еще окно интересное. Куда-то вниз. Ну да, это ладно, это не самое интересное. Вот тут еще интереснее. Там он проглядывается, то ли остаток стены, то ли фундамента. Ну вот там, похоже, кусочек стены. Вот вдоль стены что-то не откопали.
Очень интересно. Сколько же, какие слои тут земли вообще? Сколько тут засыпано всего? Ну, слои тут уже непонятно. Там, по-моему, то ли свежие. Вообще ничего не пойму. Ладно. Пошел дальше. Присутствие фонарика в таком деле очень важно. Ой, там, блин, я навряд ли снять смогу. Но что-то там видно. Конечно. Сейчас я попытаюсь снизу. По-моему, ничего не видно. Ну ладно, попытаюсь рассмотреть, потом расскажу.